надо, блядь. Не надо. Подожди. Что? Ставьте. Всем привет, меня зовут Рома, это канал «Будни Удмурта». Сегодня мы едем в Нижний Новгород. Я также работаю водителем «Газели». Сейчас вымоем руки, потому что только что прошла у меня загрузка. Все делал в перчатках, но в какой-то момент забыл вещи, которые лежали у меня в будке. Не надел перчатки и немного запачкался. Вот. Поэтому сегодня в плане доехать до Нижнего Новгорода. Сейчас созвонюсь с заказчиком. Всем приятного просмотра. Поехали. Сейчас возвращаться и ехать в Нижний Новгород через Москву вообще не вариант, потому что большие пробки на МКАДе, в центре, из-за этого просто все стоит. Если сейчас ехать, спускаться через Солнечногорск, доехать до МКАДа, по МКАДу через Балашиху, выезжать на 107-ю, ты очень много времени потратишь, потому что ты будешь в пробках стоять. Поэтому я сейчас простроил маршрут, который ни разу не ездил. Посмотрел. Я буду проезжать Солнечногорск, Красноармейск и буду прямиком ехать до Электростали, как он мне показывает. Но загвоздка в том, что время особо не уменьшается, потому что во Владимирской области там большая пробка на объездной. Поэтому, как показывало 8 часов, так и показывает. Но зато мы не будем стоять в пробке. Хотя пробка там есть. Там есть ЖД-пути. Да, я знаю. И там можно много времени потерять. Но в Москве проторчать гораздо некомфортней, чем на такой дороге, как я сейчас еду. Я проехал полностью Истру, посмотрел, в каком состоянии город. Мне очень понравился. Лайк. Кто из Истры, лайк вам. Город Черноголовка, ни разу здесь не был. Черноголовка, есть такая знаменитая газировка Байкал, Дюшес, Фанта. Вот в этом городе ее разливают, это Подмосковье. Я даже не знал об этом. До Владимира мне осталось 2 часа. Сейчас я буду выезжать к городу Ногинск и по М7 буду ехать прямо до Владимирской объездной. По времени вроде нормально, но Владимирская объездная до сих пор стоит. Вот сколько я там проехал, 2,5 часа, все еще стоит. Но я знаю то, что там реверсивное движение, перекрывают дорогу, из-за этого все стоит. Я говорил слово «стоит», вот я вам сказал, стоит. Хорошо, что я выбрал вот этот путь, именно простроенный какими-то окольными путями через ЦКАД, через разные маленькие поселочки.
Вот я бы, наверное, только-только сейчас подъезжал к Балашихе, потому что Москва полностью стоит. Химки, МКАД, Балашиха. Короче, там вообще... Чтобы вы понимали, я был на севере Москвы, а живу я на юге Москвы. И вот чтобы доехать до юга Москвы просто домой, мне надо было потратить 2.5 часа. То есть до 2.5 часа я вот потратил, выезжая из Москвы. Но это время не укладывается до сих пор у меня, потому что из-за пробок ты настолько долго и много времени тратишь на дорогу, что по прямой ты бы, наверное, доехал до Воронежа. Ну, до Воронежа, конечно, больше, но все же. Так, сейчас я хочу набрать водички, чтобы наполнить омывайку полностью. И так, вода у нас здесь. Поставьте мобиль около агрегата, загрузите двигатель для воды, поставьте автомобиль на дорогу, ознакомьтесь для воды. А где вода? Так, здесь ее нет. Так, здесь подкачка. Так, а что, водички-то нет, все? Сейчас пойдем тогда на саму заправку брать оттуда водички из туалета. Баклажки есть, все есть. Так, где вода? А нет воды, потому что там индикатор стоит. Ты подсовываешь руки, водичка течет. Руки убираешь, водичка перестает течь. Поэтому где-то сейчас нужно найти воды. Только где? Было два варианта: поехать через Киржач, либо свернуть и вывернуть Сергиев Посаде. Поэтому я выбрал Сергиев Посад, потому что он показывал на 15 минут быстрее. И вроде как там даже все без пробок. Но сейчас я посмотрел, пробка около Владимира, около объездной, как я вам говорил, и пробка около Нижнего Новгорода. Не знаю, там, наверное, авария. И тем самым сейчас вот у нас 14.20 и показывает, что я буду через 5 часов, если я поеду вот просто по тому маршруту, который сейчас мне назначил Яндекс.Карты. В 19.20 я буду уже в Нижнем Новгороде. Через 5 часов. 5 here. Или как по-английски, я не помню. Вот, что-то я начинаю немножко залипать, потому что, во-первых, воздух, лепота, монотонная дорога, ну такая, как бы, со своими нюансами, потому что мы сейчас ехали, и с правой стороны просто джип раз на проезжую часть, я по тормозам сигналю ему, он с покерфейсом вот так вот, как сидел, так и сидит. Развернулся и уехал. Во, люди, молодцы, молодцы, крутые, молодцы. Глобальное разочарование — это когда ты был голодный и поел невкусно. Сейчас только что остановился. Во-первых, проезжая Покров, проехал.
и остановился в кафе «Сытый папа». Атмосфера нормальная в кафешке. Персонал тоже адекватный, приветливый, улыбчивый. Но еда просто... Я заказал 2 куска индейки. Они оказались жареными. Вот такой слой посыпки или как, панировки. Обычный салат, ничем не заправляя. Ни майонез, ни масло. И это было хорошо. Чай и кусок торта. Индейка не понравилась. Она настолько была в масле, настолько была сухой, настолько была пережаренной. Панировка тем более вот эта. Вот прям здесь стоит ком. Салат очень вкусный. Просто обычные помидоры, лук и огурец. Все. Чай обычный черный, тоже вкусный. Торт. Сухой. Какой-то рассыпчатый. И в итоге, а он должен быть, ну, хотя бы немного мягкий, потому что я не помню, как называется, но он трехслойный. И между слоями там начинка. Ну, просто я к тому веду, что в других каких-то местах, но он всегда... Я почему его взял? Потому что он мягкий. И с чаем вот прям самое то. Но самое-то главное, когда ты разочаровываешься в первом блюде, ты такой думаешь, ну ладно, хорошо, сейчас сладенькое тебя расслабит, и прям будет хорошо. Нет. Я ел, у меня просто крошки везде были. Здесь, тут, там. Короче, сытый папа. Я не знаю, может быть, я взял не то блюдо. Мне не понравилось. Если взять из 5 баллов, 3. Мне осталось ехать 4 часа. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Я надеюсь, то, что вам будет вкусно, не так, как мне. Это был фрагмент маленький объездной города Владимир. Здесь все перекопано, все в пыли. Узкие тропинки в сторону Москвы, в сторону области, ну, в сторону Казани еще нормально, такая широкая. То есть моя дорога широкая, а вот в сторону Москвы обочина вся в пыли, узкая. Сейчас еще нормально. Движение плотное, сразу же смотришь на платку, которая несется вот там. Вон они там ездят. Впереди дорожные работы. Так, была бы возможность, я бы тоже по платке поехал. Если, например, груз очень срочный, или, например, нужно
доставить без каких-либо нареканий по грузу. Ну, короче, типа просто по прямой поехал, заказчик готов доплатить это все. Я вот зимой так ехал, с Ногинска до набережных Челнов. Так. Останавливаемся. Остановились. Включили аварийку. Остановились. Ждем. Ждем, пока ребята сейчас в сторону Москвы проедут. Там включится наша сторона, и мы поедем. Но по карте красная. Здесь красное все. Духота. Туда прям? Перед Нижним Новгородом подъехал. Сейчас будем вставать, отдыхать. Так, ну что, ребят, это душевая, которая стоит 100 рублей. Я сейчас голый, поэтому этот контент никто пока не увидит. А хотя нет. Так, тут такие шкафчики, стульчик. Зеркало. Ну и сама по себе. Маленькая такая душевая. На 6 кабинок. 100 рублей около Нижнего Новгорода. Ну, что я могу сказать? Я как новый человек. Я могу еще проехать 1000 километров. Даже 2, даже 3 после такого душа. Все. Так, ну что, я принял душ. Сейчас остановился на большой стоянке. Говорю шепотом, потому что здесь машины стоят, чтобы никого не разбудить. Сейчас будем отдыхать, набираться сил, завтра вставать где-то 6:30 или 7:00. Нужно быть у заказчика в 10 утра.
ехать до него, ну, минут 30-40. С ним созвонились. Завтра с 10 меня будут выгружать. Поэтому завтра заранее нужно туда приехать. Ну и как всегда, вот это вот. Все. Всем приятных снов. На каждой заправке «Газпром» есть станция с водой. Можете всегда подъехать и бесплатно набрать воду. А? Да. Правда, скажу я вам, эта вода вонючая и вот с таким оттенком. Поэтому пить такую воду не рекомендуется, да и умываться тоже. Не знаю, но вот такого цвета она. Добро пожаловать в Нижний Новгород. До этого такие виды хорошие, красивые были города. А сейчас вот такое. Камни острые еще какие-то. Да. Здравствуйте, Советский Союз. Так, сейчас посмотрю по карте, куда мне ехать. По-моему, мне нужно вон туда заехать. Но это еще не точно. Была машина чистая. Осталось чистое, но колеса стали грязными. Так, заказчик трубку не берет. А, ну вот колеса. Вот такие вот у нас. Заказчик трубку не берет. Здесь несколько боксов занимаются кондиционерами, которые я привез. И у каждого разная компания. Сейчас я посмотрю, какая компания мне нужна. И какая компания готова принять. Просто заказчик трубку не берет, как всегда. Так. Нет, это не они. Я просто к ребятам зашел, увидел, машина подъезжает, «Газель», и там написано «грузовые кондиционеры». Оказывается, нет. Так. Сейчас будем смотреть, кто где находится. Я выгрузился, что-то некомфортно себя чувствую, надо зубы почистить, а то с утра у нас не получилось. Душ с туалетом были заперты, поэтому приходится вот в таких полевых условиях почистить зубки и поехать дальше. Я сейчас разгрузился, сейчас у меня будет поездка в Дзержинск, это у нас получается в сторону Москвы, 30 минут и я там, это какое-то закрытое предприятие. Там грузим 4 палеты и едем в Коломну. Мне уже позвонил заказчик с Коломны, говорит, типа, во сколько вы завтра у нас будете? Я говорю, я не знаю, потому что я еще даже не загрузился. Ну, постарайтесь до 12. Я говорю, вы слышите, я даже, типа, не загрузился. Пустили меня туда. Все ли нормально с документами? Ну, я понимаю. Ну, если что, я завтра буду на выходном. Но в любом случае, можете мне позвонить и сказать, приехали или не приехали. Нормально? Поэтому есть такие люди, которые корчат из себя директоров заводов, пароходов.
Все. Закрываем. Чистим. И едем. Да. В каких только условиях я не чистил зубы. Так, приехал по адресу, что-то мне сегодня везет с хорошей дорогой. Закрытое предприятие, поэтому там особо съемка не ведется. Поэтому по возможности что-нибудь вам покажу. Но про меня в курсе. Меня сейчас запускают. И я еду в Коломну, в Подмосковье. Сейчас проверим груз. Московское время 12:00. Мы с вами выезжаем в город Коломна. Это Подмосковье. Нам ехать 6,5 часов. 450 километров. Запас хода у меня на 100 километров. Поэтому нам нужна сейчас заправка. Сейчас я был в таком очень пыльном месте. После чего мне нужно будет вымыть машину. Потому что она вся в пыли. Я хочу отметить, что загрузили меня очень быстро, очень скомпоновано, потому что груз уже был готов, люди меня ждали, человек, который встречает меня в Коломне, тоже мне уже позвонил, сказал, что мы вас ожидаем, сейчас только что не выехала, чуть машину навстречку, молодец. Я в Нижнем Новгороде был, но сегодня вам особо его не показал, потому что все быстро, туда-сюда, 5-10. Сейчас я в городе Дзержинск, это около Нижнего Новгорода, там буквально километров 15. Все, отправляемся. Я хочу сейчас пообедать. Дедушка просто разговаривал по телефону и начал поворачивать на своем МАЗе. Молодец, лайк. Бодренький, веселый, потому что еду домой. Сегодня пятница, завтра, я думал, никто не будет работать, но место, где я буду погружаться, сказали, все нормально, все хорошо. Very, very, very good. Не знаю, просто вспомнил английский. Загрузили меня 4 палета. Общий вес этого груза 1,5 тонны. Короче, 1,6 тонны, как мне сказали.
Так, то есть я сейчас разворачиваюсь вот здесь, купил продуктов немножечко, и у меня вот такой вид. Я что-то ничего не понял. Стоит машина. И стоит машина. Ни хрена себе. А время 14:00. Поехал на Муромскую объездную через Муром, Касимов. Захотел проверить дорогу. Дорога сейчас на видео хорошая, до этого была плохая. Жара у нас стоит 35 градусов. В машине тем более, кондиционера нет. Сейчас заехал пообедать. И увидел, на обочине американец лежит. Я еще подумал, он походу припаркован. А потом вгляделся. Он снес полностью ограждение. И зашел очень прям ювелирно. Надеюсь, никто не пострадал. Но там по кабине сразу же было понятно, что только днище и колеса пострадали. Проезжаю Рязанскую область. Дорога сложноватая, потому что односторонка почти везде. И достаточно много фур. Именно КамАЗы. За которыми приходится ехать. Выбирая траекторию для обгона, так сказать. Полицейский. Так, до Коломны не осталось 30 километров. Я остановился, потому что уже не могу. Отсидел все, что можно. Остановился, умылся. Около Грединская. Грединская, вот она. И понял, что здесь просто, посмотрите, какая красота. Поля, могучие поля. Так. Прикиньте, вот пока гулял,
Об крапиву обжегся. Забыл ощущение это. Доброе утро. Меня зовут Рома, это канал «Будни Удмурта». Вы чё шалавы, блядь? Здесь глаз. О, Зимонев Сергей, давай. Я на выгрузке около завода Коломенского. Ждем 8 часов, когда будет проходная работать. Вроде сегодня выходной, а никто не работает. Вроде как. Но здесь работают. Полная уже парковка, велосипеды стоят, машины на выгрузку. Что-то машины туда-сюда приезжают. Сейчас пойду до Пятерочки, возьму себе кофе. Позавтракаю и позвоню, пойду на проходную. Все. Так, ну что, сейчас уже 9:30, я 8 часов заехал на территорию. Сейчас, получается, только-только меня пропустили. Так, как же хорошо все делать заранее. Еще раз себя убедил, что бы ни происходило, приезжай лучше заранее на выгрузку, на загрузку. Мало ли что, мало ли тебя загрузят быстрее, мало ли тебя выгрузят подольше, например. Сегодня, получается, я приехал вообще в Коломну в 6 часов вчера, в 6 часов вечера. Загрузка, как мне написали, то, что она у меня с 8 часов утра до 12. Это у всех выгрузка в такое время. Это большое предприятие, где просто сейчас набежало столько машин. Как хорошо, что я был второй по счету. Два газончика такие за мной пристроились. Я дошел до диспетчера, потом с ним переговорил. Я смотрю, эти газоны передо мной встают. Я говорю, вы что, куда? А нас уже типа поставили. Я такой, ну ладно, понял, хорошо. В итоге, что вы думаете? Эти газоны сейчас до сих пор стоят, а время без 15:10. У одного что-то с документами неправильно, у этого что-то с документами неправильно. Я заранее со всеми созвонился, туда-сюда, 5-10. Номера вообще неправильно, какой-то дед взял. Я такой, Елена, нет, какая Елена, не знаю. Я думаю, ладно, хорошо. В итоге простоял, долго досматривали документы, сюда ксерокопию, сюда паспорт, сюда 5-10. Думаю, ладно, хорошо. Час я только пробовал на проходной. Все, передо мной там большой трал был. У него документы с Китая. Думаю, ладно, окей. Все, он сделал. Потом меня. Посмотрели полностью машину. Будку, кабину, под, над машиной. Полностью груз проверили. Посмотрели транспортную накладную. Здесь нужна печать. Нужно подойти туда, ксерокопию. Короче, типа, прям вообще, ну, очень все заморочено. В итоге подъезжаю, женщина такая, ну, там, диспетчер. Блин, я сегодня одна, как может так много быть машин сегодня? Я такой, ну, как бы это не от меня зависит. Ладно, хорошо. В итоге подъезжаю, она такая, а сколько у тебя? Я говорю, 4 палета. Откуда? Я говорю, с Дзержинска. Она такая, а, все, мы твою машину ждем. Ладно, сейчас. Короче, она ушла, закрыла свой кабинет. Потом пошла и контролировала полностью выгрузку. Все, я поехал домой. Но я потратил здесь 2 часа своего времени. Это очень долго. Ну, типа, в плане просто, на самом деле, достаточно быстро выгрузка прошла, но подготовка к этой выгрузке неимоверно долго. Вот. Я вам завод не показываю, потому что, ну, это секретная информация, как бы. Просто я хочу сказать, дольше подготавливались, чем выгружали.
И причем машина на проходной, ну, стояла, ну, каждый 10, ну, каждая машина по 10 минут стояла. Трал вот этот с Китая, который приехал, груз у него с Китая, он вообще там минут 20 стоял, потому что у него там документы, они этих документов не знают, ни разу не видели. Сейчас нужно посмотреть, как мне выйти отсюда, потому что там пробка была перед КПП центральным. Вот так вот. Все руки были грязные, потому что я с тропами полностью выгружал с этим, с погрузчиком груз. Но самое-то главное, что я перчатки сегодня забыл на заправке. До дома. На улице неимоверная жара, сейчас показывает 40 градусов. У меня зашумела коробка, особенно третья и пятая передача. На четвертую переключаюсь, все нормально. Сейчас буду связываться с механиком, чтобы меня, во-первых, на ТО отправил, потому что уже подошло. И чтобы проверили коробку. Я думал, что это коленвал, когда меня загрузили, этот звук появился. Я думал, что 4 палета, которые у меня были, они у меня были в самом начале. Я стараюсь, если, например, мало груза, я стараюсь их назад грузить, чтобы жопу не откидывало. Но в этот раз ни крепления, ничего не было, поэтому получилось, как получилось. Ну ничего, из-за этого там ничего плохого не случилось, но у меня было ощущение, что середина машины перегружена, и из-за этого начинает шуметь коленвал. Но после того, как меня выгрузили, шум продолжился. И именно на третьей, на пятой передаче. Поэтому это, возможно, все-таки... Я думаю, знакомые... Возможно, это просто что-то нужно сделать с коробкой. Осталось 30 минут до дома. Если бы... Вот сейчас 12 часов. Сейчас 12 часов. Я просто не понимаю, если бы... Во сколько я бы освободился, если бы я вчера поехал домой. Потому что от Коломны до моего дома где-то 90 километров. Но я вчера приехал в 6 часов вечера, встал сразу на стоянку, нормально поужинал, выспался. И сегодня в 8 утра я был уже на заводе. Но проблема в том, что после меня еще было человек 15-12 машины, которые приехали. Я вот думаю, они работают до 12, то есть выгрузка и загрузка до 12, с 8 до 12. И я вот думаю, что бы было, если бы я вчера поехал домой... После этого я бы поехал с утра, ну, ночью в Коломну, приехал, и там бы уже была очередь. Потому что я когда приехал в 6 часов вечера туда, там не было никого, там, ну, стоял только один трал. Я за ним нормально припарковался, и все, мы с ним всю ночь вдвоем простояли. Поэтому, не знаю, я бы, наверное, только-только выезжал с Коломны, потому что...
там не было людей, которые выгружают машины. Там было три человека, которые, ну, разрываются. То съездить на склад, то пойти найти погрузчик, то туда, то сюда. Потом женщина с этими документами туда-сюда носилась. Блин, я... Голос перенапрёк из-за того, что у меня все открыто. Чтобы был сквозняк хоть немножко. Из-за этого шум сильный. Поэтому это канал «Будь не утвурд», меня зовут Рома. Все. На этом рейс заканчивается. Сегодня суббота, 31 августа. Это последний день лета. Спасибо, что это лето мы были вместе с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Фу, так, ну что? Все, я собрал весь мусор, заправил стеклоочиститель той ржавой водой. Забыл сегодня утром на заправке перчатки. Поэтому сегодня у меня получается и выгрузка, и уборка, и проверка. Все было без перчаток, поэтому все руки в какой-то грязи. Конечно, я понимаю, что перчатки до локтей не пойдут, но все же. Фух, жара прям неимоверная. Жестко. Все, это была поездка. Видите, у меня даже футболка выгорела полностью. Видно, не видно. Это была поездка в Нижний Новгород. Всем спасибо. Напоминаю, это была поездка в Нижний Новгород. Меня зовут Рома. Это канал «Будни Удмурта». Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до скорых встреч.